Мал. Коктейль ичиб маза қилган бўлсангиз керак. Да, да, очень вкусный. А коктейли в ресторане Фаора. И поэтому я уверен, что после данного коктейля с большой такой энергией я готов начать данную передачу. Поэтому, ну, надеюсь, вы тоже. Демак, коктейль ичиган бўлсангиз, энергияга бой бўлиб турибсиз ҳозир. Келинг, кўрсатувни бошлайлик. Да, нас дети уже заждались. Сегодня такие энергичные дети, которые будут танцевать и будут отвечать на интересные вопросы. Поэтому, дорогие телезрители телеканала S-Ikbol, мы рады вас приветствовать в семейном ресторане Фавора в программе Фавора Шоу. Сегодня у нас будет конкурсы, танцы, вопросы, все как вы любите в данной программе. Поэтому давайте незамедлительно начнем данную программу. Я Акмаль Гонсалес, это моя соведущая Мунира. Я уверен, вы уже заждались. Assalomu alaykum, bizni kutgan va bexosdan ko'rib qolgan aziz teletomoshabinlar. Favora show yana efirda. Sizlar bilan men boshlovchingiz Munira, hamkasbim Akmal Gonsales. Akmal Gonsales. Правильно будет, конечно, Akmal Gonsales, но это, конечно же, ничего не меняет, потому что сегодня мы не будем сконцентрированы на нас, а будем именно на детях. Поэтому давайте незамедлительно начнем нашу программу, Мунира. Ха, Акмал, келинг, куб куттурмастан иштирокчиларимиз билан танишиб олайлик. Да, давайте прямо сейчас знакомимся с детьми и начнем конкурсы. Мана бугунги кўрсатувимизнинг жаддигина иштирокчилари. Бу иштирокчиларимизни сизлар билан таништириб борамиз. Бу иштирокчимизнинг исми Диёрбек, Мафтунахон, Оғабек ва Раноханлар бугун кўрсатувимизда иштирок этишади. Все правильно, у нас замечательные детки собрались, очень талантливые. Их воспитатель очень хорошо к ним относится. И, конечно же, вы увидите, что значит, если к детям относиться с душой. Поэтому давайте незамедлительно. Вот пара одна, вторая пара будут участвовать в конкурсе. И у нас будет сегодня один конкурс, потому что насыщенная программа. Наш замечательный воспитатель, это можно сказать, с одного садика пришли детки, чтобы показать, на что они способны, очень талантливые. Поэтому давайте прямо сейчас один единственный конкурс и будем смотреть, как они, конечно же, танцуют и проходят интересный конкурс. И, конечно же, много интересных вопросов. Мы начинаем. Не пропустите. Дорогие телезрители, это единственный наш конкурс на сегодня, как вы уже поняли, а дети в мешках будут вот так вот и возвращаться ровно таким же образом. Потом они отдают мешки нашим девочкам, да, и те девочки ровно так же будут возвращаться. Поэтому давайте прямо сейчас начнем этот конкурс. Готовы, мальчики? На старт! Внимание, марш! Отлично! Замечательно! Несмотря на то, что у нас выиграла данная команда, в сегодняшней программе у нас побеждает исключительно дружба и хорошее настроение. Поэтому давайте, как мы уже сказали, прямо сейчас, вот они уже радостные, Мунира поговорит с нашими детьми. Начинаем! Mana birinchi shartimizni ham yakunlab oldik. Endi biz shu jajjigina ishtirokchilarimizga bir-biridan qiziqarli bo'lgan savol-javoblar tuzib kelganman. Endi shu savol-javoblarga navbatni bera qolaylik. Да, я абсолютно согласен. После очень интересного с мешками такими конкурс был у нас. Давайте пообщаемся, конечно же, с детьми и узнаем, какие секреты они от нас скрывают. А может быть, кто-нибудь нам расскажет стихотворение? А может быть, кто-нибудь даже песню споет? Давайте узнаем прямо сейчас. Ассаламу алейкум, Диёрбек. Ko'rsatuvimizda ko'rganimizdan xursandman. Менің құрсанна. Диёрбек, ерінің көп кәвіләсәк, нема болады?
Yer buzuladı. Kichkina bolalar ko'p yig'lasa nima qilishimiz kerak? Uxlatish kerak. So'zga berish kerak. Chumoli nima yeydi? Tarakan. Diyorbek, qo'shiq aytishni bilasizmi? Ha. Qaysi qo'shiqni aytib berasiz bizga? Tano. Rana degan qo'shiqni qani birta aytingchi? Maktabimda hammadan go'zal, go'zal, go'zal eding Rano. Rano. Qishlog'imda go'yo bir g'azal, g'azal, g'azal eding Rano. Ayni o'zim Rano. Rana degan qizni yaxshi ko'rasizmi? Ha. Rano degan qiz maktabingizdami, bog'changizdami yoki qo'shningizmi Rano? Bog'chadagi. Xo'p, Diyorbek, aqlli bola bo'lishimiz uchun nima qilishimiz kerak? Ishlarni etish kerak, ko'p kitob o'qish kerak. Xo'p, Diyorbek, ovqat qilishni bilasizmi? Hali o'rganmadim. Xo'p, Diyorbek, ko'rsatuvimizga kelganingiz uchun rahmat. Siz bilan tanishganimdan xursandman. Sog' bo'ling. Men ham xursandman. Assalomu alaykum og'abek. Assalomu alaykum. Og'abek, yerni kavlayversak, kavlayversak nima chiqadi? Hech nima chiqmaydi. Hech nima chiqmaydimi? Chuqur qilib kavlayversak, kavlayversak. Gulni yonidan kavlasang tomori chiqadi. Balki bir narsalar chiqar. Chumoli nima yeydi? Chumoli moy yeydi. Yana? Pishloq. Yana? Sizning uyingizda bormi chumoli? Ha. Kelib turishadilar. Kelib turishadilar mehmonga, to'g'rimi? Kichkina bolalar ko'p yig'lasa nima qilishimiz kerak? Qanday qilib ovutishimiz kerak? So'zga berib, keyin alla aytish kerak. Og'abek, ovqat qilishni bilasizmi? Ha. Nima ovqat qilishni bilasiz? Masalan, tuxum. Katta bir daraxt. Shu daraxtni uchida qip-qizil olma turibdi. Men shuni qana qilib olaman, bo'yim yetmaydi. Marvon olib kelib, keyin chiqib olish kerak bo'ladi. Aqlli bola bo'lishimiz uchun nima qilishimiz kerak? Ko'p kitob o'qishimiz kerak, maktabda 5 olish kerak. She'r bilasiz, ha? Balki. Qani aytib beringchi bitta she'r. Я живу в Узбекистане, я люблю свой край родной, он хорош зимой и летом, но особенно весной. А слыхаю его хлопки, хлопок на снегу в белей, все рубашки наши родины,
с наших лавкабив полей. А какой Узбекистан? Круглый, сочный, в награде. Приходите, переезжайте, угостить вас буду рад. Баракалла, жуда хам зор шер икен, яни Узбекистан хақида, тоғрими? Оғабек, сізні көрсатуымызда көргенімз үчін жудаям курсантмыз, танышкенна курсантмыз, сау болин. Ассаламу алейкум, Рана хам. Ассаламу алейкум. Яшингіз нечеда, Рана хам? Еттіда. Ауқат еп отырген пайтингізді, ауқатингіз ерге түшіп кетсе, нема қылыш керек? Тазалып алыш керек. Ойынгіз телефонларын ұйқатып қойса, нема қылыш керек? Яңгі телефон алыш керек. Қыдырып отырш керек мәс мі? Йоқ. Ойларымызны жақлыны қоп чықармасық үшін нема қылышымыз керек? Ақылы одабылы болып отырш керек. Ақылы бола болыш үшін нема қылышымыз керек? Көп китап оқыш керек. Яна? Математикалар, она тілі, адабиотларыны оқыш керек, езіш керек. Жұрда хам яқшы. Сіз көп китап оқисіз мі? Албатта. Шер біләсіз мі? Біләмен. Қан айтып беріңчі бізге бір шер? Травка зеленеет, солнышко блестит, ласточка с весною синий к нам летит. С нею солнце краше и весна милей. Просыпись дороги, нам привет скорей. Дам тебе я зелен, а ты песни спой, что из сон далеких принесла с собой. Баракалла, жуда хам зор. Рана хан, чумолы нима еді? Олар бариклар еді. Хашаратлар нима еді? Хашаратлар адамларны қорнаны ічішады. Адамларны қорнаны ічішады ма? Пашша нима қылады онда? Пашша ұчады. Кичкене балалар жуда хам қаттық йығласа нима қылышымыз керек? Оларны ұлытып, ұхлатыш керек. Қараң, көчеде ойнап жүрген пайтыңызда, олдыңызға бір катта ит келіп, ойоғыңызны қап етіп тішлеп алса, нима қылыш керек? Тішлесе, йығлаймыз. Мен ойымны шақырамын. Жуда хам яхшы, Рана хан. Сізді көрсетуімізді көргенімізден жуда хам хурсантмыз. Сіз білен танышкенімнен ғойетті хурсанмын. Сау болин. Рахмат. Сейчас прощанье наступает, детский сад. Скоро в школу ты проводишь дошколят. Позовет их на урок колокольчиком звонок. Светлый класс они с волненьем поспешат. Светлый глаз.
родной. Детский сад, прощаемся с тобой. Детский сад, спасибо говорим. Детский сад, за все благодарим. Ассаламу алейкум, Мафтуна. Ассаламу алейкум. Ko'rsatuvimizda ko'rganimizdan xursandmiz. Rahmat bizga. Мафтуна, сізге бір-кіта савал бераман. Сіз қолингіздан келгенше саваларымге жауап берасіз. Хопна? Мафтуна, қарай. Ерні кәвләй версәк, кәвләй версәк, нема чықады? Алтын. Алтын? Мафтуна, чумалы нема еді? Нанны ұшақларыны. Кәтті дарахыт. Шу кәтті дарахтын үчіде алма тұрыпты, қып-қызыл алма. Мен шуны алмақчыман. Қана қақылып аламан. Дарақты дәрпетімізді түшеді пәсі ашында алып. Кен алма түшеді дағырыны? Кен еміз. Шер біләсіз ме? Айтып беріңізші? Каждый день, как на работу, мы приходим в детский сад. А когда домой нам надо, не хотим идти назад. Учит нас лепить красиво и писать, и рисовать. Физкультурой заниматься, песни петь и танцевать. Не деремся и не плачем. Научили нас дружить. Целый день мы веселимся, хорошо на свете жить. Баракалла, кем өргеткен бұл шерні сізге? Бізәлі ұқытучымыз. Кичкене болалар көп иғыласа, нема қылышымыз керек? Чақалақ болалар бар? Ұқылатыш керек, ұқыласы болса. Мафтуна, сіз көрсетуімізді көріп тұрганымыздан жүдейім құрсамыз. Таңшкемнен құрсамын. Сау болейін. Рахмет. Akmal bilasiz, bizning ko'rsatuvimizga kelgan ishtirokchilar quruq qo'l bilan qaytishmaydi. Albatta, o'z sovg'alari bilan qaytishadi. Да, я согласен. Мы никого не обижаем, особенно детей. И давайте прямо сейчас детки выбирают для себя сами подарки. А какие подарки, узнаем прямо сейчас. Sovg'a tanlashni birinchi bo'lib Maftunaxon tanlab beradilar. Да, давайте вот мы поменяли деток. Посмотрим. Аралаштырып. Ага. Биттасини олинг. Қандай ko'ramiz. Так. Фломастер. Подарок от ресторана Флора у нас фломастер. Да, вот такие вот замечательные фломастеры. А в школе уже после детского сада пользовались. Пожалуйста, подарок от ресторана Флора. Фломастеры вам. И вам спасибо. Вторая девочка теперь. Ранахан. Теперь очередь Рано. О, о, крутим, как в лото прям. Достаем. Что же у нас для этого ребенка? Фломастер. Еще один фломастер. Замечательно, еще одни фломастеры. А данная девочка у нас, так сказать, вытянула, как лото. Поэтому давайте от ресторана Флора подарок у нас. Фломастер. Та-дам! Еще одни фломастеры, смотрите. Держите! В прошлый раз... И вам спасибо. В прошлой программе я помню, что две девочки у нас подряд выиграли две куклы, а тут, смотрите, вот как удача бывает. Давайте теперь мальчики, очередь мальчиков, давай. Агабек, крутим, крутим, крутим. Ага. О, мне дает. Открываем. Так, мне самому интересно что-то? Да, интересно ему. Вот так вот. Футболка от ресторана Фавора. Да, давно у нас футболку не выигрывали. Давайте прямо сейчас. Это замечательная футболка, как мне кажется, прям подойдет. Подойдет? Вот так вот. Да? Замечательно? Так, пожалуйста. Так, следующий участник. Крутим, крутим. Во, во, во. Ага. Вот так, оп. Машина. Подарок от ресторана Флора как раз в период, когда ты еще в детском саду, конечно же, хочется играть с машинами. Поэтому подарок от ресторана Флора данному участнику у нас машина. Вот такая вот замечательная машина. Почти как... Пожалуйста, почти как сам.
большая такая машина, КамАЗ. Нравится? Да. Да, замечательно. И, наверное, на этой ноте, на этой замечательной ноте с хорошим настроением мы заканчиваем нашу передачу, дорогие телезрители телеканала S-Ikbol. Подписывайтесь на инстаграм профиль ресторана Favora Favora Urgench и также на YouTube-канал Favora Urgench. И у нас новый профиль, личный профиль Favora Show, Favora нижнее подчеркивание шоу в инстаграме. Поэтому заходите и не пропускайте наши программы и замечательные посты, дорогие телезрители телеканала S-Ikbol. Mana bizga ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetdi. Bizga yaqinda yordam bergan Favora restoraniga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha, xayr! Пока-пока!